Обычный рабочий день, если не учитывать собственный день рождения, для Елены Борисовой начался весьма необычно. Такого приветствия именинница явно не ожидала. Танцами удивить постановщика танцев сложно. Мы решили вот это неожиданно сделать, еще и с песнями. Ребят, вы меня тронули, двинули, опрокинули вообще, на самом деле. Я в каком-то... Я нахожусь в прострации, я не понимаю вообще, что происходит. Спасибо огромное за то, что вы есть. Вы такую энергию тратите для меня. И я понимаю, что вот я сейчас ее понимаю, она до меня доходит. Это такой восторг слез и вообще счастье неописуемое. Елена и Борис Борисовы – бессменные руководители детского театра с первых его дней, с 1997 года. Здесь раскрываются таланты детей и зажигаются новые звезды. Девиз театра – неодаренных детей нет. У нас очень много. У нас средняя, старшая и младшая группы, и очень-очень много детей. Я не представляю, как вообще руководитель справляется с таким театром. Растет не только коллектив театра, но и его репертуар. Артисты представили более 30 хореографических постановок и 200 вокально-хореографических номеров. Поставили 14 спектаклей. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События.